спортивном комплексе «Юность» прошли всероссийские соревнования «Звезды аэробики». Около 300 спортсменов из 10 регионов соперничали в 6 видах программы и 3 возрастных категориях. Амичи показали отличные результаты и завоевали 7 золотых медалей. Блестяще выступили лидеры нашей команды. Роман Семенов взял верх в личном зачете среди спортсменов 18 лет и старше. Софья Кириллова и Софья Рехманин внесли важный вклад в победу наших аэробистов в номинациях «Гимнастическая платформа» и «Танцевальная гимнастика». У нас новый состав дэнса. У нас поменялись некоторые люди в связи с окончанием карьеры, поэтому у нас все новое. Дэнс, конечно, старый, но все люди новые, все взаимодействия новые. Мы работаем по новому принципу. Мы добавляем артистизм, пытаемся сложиться и сработаться так, чтобы не было никаких сбавок по исполнению, а также добавить драйва и огня. Неплохое начало. На своей родной земле выступали. Приятная обстановка, в которой поставили просто начало спортивному сезону. Яркую победу одержала омская смешанная пара Карен Галстян и Ольга Анисенкина. Спортсмены эффектно и технично выполнили серию сложных элементов. Мы сегодня сделали новую пирамиду впервые, хотя очень волновались ее делать. У нас она получилась, мы рады. В целом мы композицию прошли очень хорошо. Нашей целью является сейчас не просто собрать хорошие прогоны, но и наработать артистичность исполнения, чтобы в дальнейшем показать наиболее лучший результат. Высокие результаты показали спортсмены еще 4 регионов. 5 золотых медалей завоевали аэробисты Алтайского края, 3 гимнаста Новосибирской области. По 2 главных награды взяли команды Иркутской и Тюменской областей. Следующий старт у спортсменов в Кубке России, который пройдет с 20 по 22 ноября в Москве.